Всем привет еще раз. Решил все-таки заснять немного видео про цены в Мигросе. Это местные Дикси, пятерочки и так далее. Турецкие. Напомню, я нахожусь в городе Алания, Турции. После снятия всех ограничений, Рера улетел на следующий день. Вот вам фрукты из холодильника. Есть дыня, продается вот так вот, уже там по килограмму, по полтора развешенные. Арбуз. 1,25 лир. Примерно 10 рублей килограмм. Арбузы вообще классные. Брал, пробовал. В отеле они есть. Дыни тоже имеются. Тоже недорогие по сравнению с нашими ценами в России, в Москве. Черешня под 120 рублей за килограмм. Все свежее, все полно. Единственное, что здесь дорогое, это бананы. Бананы тут стоят по 120 рублей аж. Вот, ну где-то 115 за килограмм. Манго по 100 рублей. Сливы. Давайте по овощам пройдемся. Помидоры, салаты, перцы. В принципе, все очень-очень доступно. Что здесь вот авокадо по 30 рублей получается. На Мигросе здесь дисконтная система. Карточка их, так сказать, местная. И цены намного еще дешевле становятся. Конечно же, она у меня есть. Мой любимый отдел здесь — это один из. Это выпечка. Я сейчас нахожусь в Мигросе, который считается средний, есть еще намного больше. Вот любимый кофе мой, примерно 65 рублей, такой пакетик 100-граммовый. Самый лучший кофе. Разнообразие напитков, господи, какая же это все вообще шик. Орехи. Цены, вот, которые указаны, на 8,5 умножайте. Сейчас лира очень сильно упала, просела. Ну и цены, соответственно, для нас еще приятнее стали и дешевле. Вот моя любимая выпечка. Тут даже пиццу делают. Можно попросить, тебе ее запекут. Соки, напитки, конфеты. Молочная продукция. Все помешаны на Иране, но я его не люблю. Тут очень вкусный сыр, маслины. Это просто что-то с чем-то. Мед. Еще я тут люблю брать Тутеллу. Потому что она тут дешевле. Вот большая банка. 750 грамм, 300 рублей, даже не 300 сейчас, а 270 где-то рублей, 260 за 750 грамм, за огромную банку. У нас такие, по-моему, даже большие не продают. У нас полкилограммовые, по-моему, есть. Мед. И у них продукция как бы очень качественная. То есть, есть написано, значит, это мед. Барилла, соуса, очень разнообразный выбор. О, оливковое масло, пойдемте посмотрим. Очень много вот таких вот специй. В этот раз, может, что-то наберу домой. Если соберусь, конечно. Так, масло. Масло оливковое. Тут есть смешанное, есть чисто оливковое, есть оливковое с маслинами, ну, то есть черно-зелеными. Вот, например, по акции. 2 литра оливковое масло. Сейчас оно стоит где-то около 600 рублей. Получается.
2 литра бутылка огромная. Надеюсь, я не очень быстро все это показываю. Так, пойдемте дальше. Я просто в маске, меня может быть не очень слышно, но и как бы на весь магазин тоже орать не буду. Тут есть наподобие нашей русской колбасы, кстати. Это специально для русских делают. Но цены у них, ну, соответствующие. Около 1000 рублей где-то за килограмм. Вот. Ну, тут, по крайней мере, хоть мясо. Вот мои любимые маслины, оливки. Лед. Очень классно, что в Турции продается вот так лед. В холодильнике пачками. Он дешевый. Очень дешевый. И он там уже кубиками, хочешь поменьше, хочешь покрупнее для коктейлей. Сел, намешал себе. И живешь, пьешь в свое удовольствие. Hello. Детский отдел, если кого-то интересует. Памперсы. Я не знаю точно по ценам, но плюс-минус, наверное, такие же, как в России. Хозяйство. Я знаю, у них дорогие пасты зубные по сравнению с нашими, с российскими. Я не знаю, с чем это связано, но у них дороже, чем у нас это стоит. Туалетная бумага тоже такая, ну, не дешевая. Так, нам нужно взять воды. Вода. Берем одну в номер. Так, одну, наверное, надо нам с собой будет взять. Литровую или... Я возьму 0,5, не хочу таскать с собой. Тут пошли вкусные напитки. Так. А вот это очень вкусно, мне понравилось. Каппи. Так, я вчера брал в банке. Сегодня тоже возьму. Хочу теперь вот такое попробовать. Бенч. Какой-то бенч. Это сок. Вот. Так, воду взял, это взял. Заморозка. Тут такая выпечка моя любимая есть. Вот это вот. Это из такого слоеного теста делается. Я забыл, как оно называется. Вот, очень вообще обалденно, там с сыром, со шпинатом. Вот для тарталеток уже готовые продаются. Замороженные ягоды, картофель. Булочки, хлеб, пицца такими пачками. Продается, наверное, сколько, 4 пиццы в одной пачке. Я знаю, многие любят чипсы. Лейс. Так же, как в России, короче, цены. Так, здесь мы уже были. Пойдемте дойдем до алкоголя. И посмотрим. По алкоголю. Если смотреть алкоголь... Цены в сравнении с нашим магазином, конечно же, выше здесь. Потому что все-таки это мусульманская страна. Ну, вино можно купить спокойно и за 300 рублей, и за 400, и за 500, и за 1002 вам. Не проблема это совсем. Пиво. Сколько? 4 бутылки за, ну, 470 где-то рублей примерно.
Вот, а если уже смотреть такие серьезные напитки, Джек Дэниелс, например, Чиво Ригас, конечно, здесь дороже, чем в том же самом Дьютике, или как у нас там в Бристоле и красный и белый. Вон их водка, раки, вина, шампанские и так далее. Вот такой вот небольшой обзор. Вчера еще удивился, солнцезащитные. Посмотрел, они, конечно, у нас дорогие, но здесь прям цены что-то очень взвешенные. Прям я не знаю, ну вот возьми вот обычный крем, да, такой, ну у нас рублей там, ну 600 он может стоить сейчас без акций. А здесь по акции он стоит около 1000 рублей, а без акции он стоит 1600. Это сетевой магазин, ну и так везде цены. Вот этот спрей хороший, знаю, брал. В принципе, цена 700 рублей, ну как в России, можно и взять его. Вот, крутая, крутое предложение. Надо сейчас будет это посмотреть. Так, ладно. Я отключаюсь. Всем бай-бай.